сходил и забрал заказ мой. Сейчас возвращаюсь в землянку. Все, покажу, расскажу. Всем привет, привет. Вот решил дверь облегчить, а то уже совсем не могу ее поднять, тяжеленная стала. И плюс он там еще лопнула перегородка. Сейчас хочу сделать, поднять, чтобы ее приподнимать сюда за веревку, а не вверх. Вот так труба у меня там спрятана. Встала я сегодня рано. 5 часов сбегал до города, забрал, заказывал в коробку, мне сделали сосновую, а мне же заказали сделать резные нарды, недорогие, за 5000 сделаны нардишки. Вот такую коробочку мне сделали, будем нарезать. Настроение отличное, сейчас доделываем дверь. И будем ставить чайник, погреем, чаю попьем и будем заниматься уже дальше. Петюшку растапливаю, пока ходил, потухло, прогорело все. Водички набрал еще. Эта вода у меня как на готовку и на чай. А техническую воду я уже снег топлю. Чай мне как-то не очень нравится из этого, из снега топленого, не тот вкус уже все равно. Вот так вот. Сейчас уже нагреваться начинает. Сейчас чаек погреем. Надо будет еще сварить. Картошки сегодня сварим. С рыбой. С консервой. Упор так и не сделал, упор надо. Так делать будет.
Вы любите под микроскопом рассматривать всякие предметы? Интересно. Ну, вот мне интересно. Структуру, как смотреть разных вещей. Пишите комментарии. Кстати, там птичек видели? Это место прикормил. Сейчас прилетают туда. Сейчас буду постоянно туда кидать семечки, хлебушек. Будут у нас кадры с птичками. Кормушку никак не хотят. Ну и ладно. Потом установлю экшн-камеру. Ну, замаскирую ее снегом. И положу семечек. Ну и хлебушка. И совсем вблизи попробуем поснимать их. Да, интересно тоже. Зверушек снимать, это все интересно. Процесс даже сам. Лисичку бы еще поймать. Я не знаю, еще следы вижу, но они в разброс. Надо как-то ее приманить. Лиса здесь неподалеку есть, живет. Вживую-то я ее видел. В тот раз иду, она смотрит на меня. Из-под дерева сидит. Посидела, посмотрела и убежала. Заснять не успел. Ладно, будем нардишки проектировать. Сейчас начертим, нарисуем там все. Вот такая коробочка нарт 50 на 20. Здесь рисунки по заказу. Медведь. Один с одной стороны будет, другой с другой. Такого медведя посерединке. В середине сделаем. Там еще и надо будет один эскиз, он скинул тоже. Добавить. Через переводку это все переведу. Будем вырезать. Так что если кому-то еще тоже понадобится. Но эти будут простые нарды, как бюджетный вариант. 5000 всего лишь стоит. Можно, конечно, подороже. И полностью резны. Здесь будет посередине резьба. Думаю, края сделаю рваные. Ну и все, наверное. Внутри рисунки. Ну, такие просто простенькие. Вот. Если надо кому-нибудь, можно и дешевые сделаем. Кому-то, если надо, дорогие, можно дорогие сделать. У меня дорогие там есть, значит, ты уже видели, наверное. Еще половина, наверное, там доделывать. Но те уже 20 будут, наверное, 25 стоит. Там и снаружи все изрезано. И изнутри будет изрезано. Залитая эпоксидной смолой. Короче, такая будет. Thank you.
хрумкали. А я даже не видел их, не слышал. Значит, тут тоже можно вешать. Ладно, здесь еще тоже покормим. А я уж неделю, наверное, не проверял, думал, так и лежит все. Сейчас еще насыпем-то. Класс. Работает. А то я уже разочаровался, думаю, не работает моя кормушка. Здесь сейчас подберу, может, лапу еще сделаю, ну, ногти. Ладно, похлебку поставим, варится на обед. Уха будет. Помните, как дымила та печка? Ну, это, которая из кирпичей была-то. С той трубой и та печка. Очень было видно, что там печка топится. А здесь
Вообще даже дыма ни капельки нет. Так, чуть-чуть. Вблизи только видно, что дымится там. Ну, это горит что-то. Классно. Для маскировки вообще шикарно. Вот когда разгорается, только дымит, а потом вообще не видно ни капельки. Ну все, стеканка закончила. Наконец-таки. Сейчас буду саму рожицу прорисовывать.
Вот такая работа на дому в землянке. Сперва стамеской порезал, нарезал этот шерсть, а сейчас вот такой щеткой металлической еще вот так прохожу, чтобы мелкие волосинки получились. Так вот получается этот медведь посимпатичнее будет, чем тот, который в прошлый раз вырезал скульптурку, да? А, говорю, геометрию плоскорельефную нормально получается. Вот такой вот бюджетненький рисунок. С другой стороны тоже будет мишка. Ну, там немного под другой. Лапу здесь не буду делать. На той, наверное, буду. Здесь ни к чему. Вот сейчас делаем рваные края. Показываю, как треугольная стамеска. Делать не трудно, а смотрится так интересно, в принципе. Ну, вот так вот, друзья, получилось в итоге. Здесь будут еще небольшие орнаменты. Такой вот медведь. Борта тоже маленько рваные сделал, порезал. Здесь нарезал структуру дерева. Здесь орнамент сделал. Оставшийся фон тоже сделал структуру дерева. Внутри тоже нарисуем, потом домики станут. Я сегодня буду заканчивать, время уже много. Супец сварился, сейчас покушаем. Вот так сегодня поработали. Вполне неплохо. Почти закончил половинку одну. Двери хотел еще поделать. Ладно уж, завтра. О, спина устает. Надо какую-нибудь парту. Кресло, качалку. Ну, оно неудобно, все равно. Если облокотишься спиной, это неудобно вырезать надо. Как-то наклон все равно, чтобы даже за столом сидишь, вырезаешь, и то устает спина.
хорошо. Вот это да. Ушиться удалось. Зеленого лучку не хватает так. Приятного аппетита всем.